My name is Victor. I'm a professional musician. We are in Russia, the country I left 17 years ago but still love. And this place is called Dacha, the seasonal second home for many of my compatriots, where I spent every single summer of my childhood and adolescence. This documentary is a tribute to the most charismatic people of that place, who became an integral part of my Dacha experience. У него роль второго плана. Второго плана. Да. Он снимает зомби. Главный управляющий свалки. Общество «Восход». Понятно? Выпиваю немножко. Да не немножко, нормально. Ладно. Ой, блядь, а потом уже еще в одну частную фирму попал, блядь. В этой отработал 3 года, блядь. В той 4, блядь. У Гара, блядь. Фамилия Гар был, начальник, нахуй. Классно. Гар, целый угар, блядь, там. Там не Гар, а целый угар. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идет лавина одна за одной. И тут за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная. Ты детика любишь? Да. Сильно? Можно свернуть, обрыв да, обогнуть, он без детика вообще не может. Трудный путь, опасный, как военная тропа.